Возрождение казачества начинается с кадетских классов. Вот и в 6-й общеобразовательной школе состоялось открытие еще одного такого класса. На торжественной линейке представители казачества, депутаты ЗСК и Совета города-курорта, заместитель мэра Анапы Людмила Гузенко. Гости рассказали о кадетском обучении в России, призвали ребят с честью носить форму и быть примером для окружающих. А у меня почетная миссия. Поручение от главы нашего города Сергея Павловича Сергеева. Он направил меня сюда специально для того, чтобы передать вам слова поздравления по случаю образования вашего кадетского класса. Глава Сергей Павлович Сергеев просил передать, что он гордится вами и уверен, что вы будете самыми лучшими казачатами Кубани. Прозвучала команда на молитву «Шапки долой». Священник Свято-Серафимовского храма, отец Дмитрий, преподал ребятам первый урок православия, рассказал о крестном знамении и научил казачат креститься. «Мы прежде всего хотим, чтобы вы стали настоящими мужчинами, любящими свою страну», отметил атаман Анапского районного казачьего общества, депутат Совета города-курорта Валерий Плотников. Цель обучения в кадетских казачьих классах – воспитание патриотизма на основе казачьих традиций, подчеркнул депутат ЗСК Николай Иванюшкин. Очень горжусь, что в нашей 6-й школе сегодня образуется новый казачий класс. Я желаю вам здоровья, успехов, чтобы в ваших дневниках были только отличные отметки. И чтобы вы радовали своих родителей, своих наставников. Ребятам вручили казачью форму и подарки. Далее казачата наблюдали, как сотник Лебедев лихо владеет казачьей шашкой. А кадеты из станицы Анапской за 4 минуты одевают форму пожарных и химзащиты. А также молниеносно разбирают и собирают автомат Калашникова. Анастасия Кияева делает это быстрее всех. Я собирала, разбирала автомат с 5 класса. И сейчас в 8 классе уже мой рекорд составляет 20 секунд. Да, очень нравится. У нас больше мероприятий. Мы ездим на разные экскурсии, больше нового познаем. У нас все хорошо. По окончании линейки состоялось освещение класса, в котором будут учиться казачата. Теперь, помимо основных предметов, они будут осваивать православную культуру, историю казачества, декоративно-прикладное творчество, принимать участие в военно-спортивных играх, учиться верховой езде, а также демонстрировать на парадах строевую подготовку. Светлана Авилова, Алексей Мухортов, Анапа регион.